Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. Так, что нам тут принес Беззубик? Ну, давай посмотрим. Какое яйцо? Понятно. Ерунда, слежка. Давай, лети бесплатно. Будешь следить там за нашими врагами. Так, что у нас тут? А здесь я ничего не буду приобретать. Не хочу. С такими ценами. Пускай идут в баню. Так, Грамгильдюшка. Ну, кто бы сомневался. Две шестереночки, как с куста. Давай, бесплатно. Так, полетела. Кривоклык, у тебя что? Что у тебя? Ну, естественно, естественно, янтарь. Обязательно выпадает янтарь. Авторитет. Бесплатно, я уже знаю, что там выпадет. Там тоже выпадет. Тусклый янтарь. Так, что у нас тут? Бесплатно, конечно. Бесплатно, пускай летит. Древоруб, эти все у нас сидят, кстати, за железом. Лети. Сидит, прохлаждается у меня здесь. Так, этот что у нас? Все? А нет, летает, добывает. Я думал, прохлаждается тоже. Слушай, они все еще в работе у меня. Нет, не все. Этот не в работе. Так, быстро за рыбой. А ты быстро за древесиной. Так, а ты что, прохлаждаешься? Ну-ка. Подожди, а у нас задания разве нету? Я его, по-моему, зря, ребят, пичкаю тут, кормлю. Повысил уровень лаварыга на 3 и... А, вот оно что. Вот оно что. Его нужно прокачивать, чтобы он хотя бы больше древесины добывал. Так, ты лети за рыбкой. Ты за тоже рыбкой. Так... Буйволорд. За рыбой полетел прямиком, прямиком. Шнеля, шнеля, как говорится, быстро, быстро. Так, все. Все рыбацкие хижины у нас забиты. Плохо. Знаешь, что я думаю? Что мне выгоднее все-таки, наверное, вот этого вот вернуть. Нет, буйволорд пускай, наверное, идет, собирает. Мне выгодно вернуть, ну, например, вот здесь. Ужасное чудовище вернуть, чтобы оно сидело здесь на попе ровно. А вот модификлюку как раз отправить за рыбой. Так, это, у нас там что, 2 часа будет прокачиваться? А ускорить сколько стоит? 39 рун. Не буду я тратить. Эти у нас тоже в окопах. Ну что, это все было вскользь, да? Так, сколько там нужно? 175. Так, вернись, я все прощу. 99-й, ребята, и еще чуть-чуть. Еще как... Подожди, 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 подожди. Ну-ка, вернись. 14 нужно железа, чтобы поднять уровень. Ну-ка, а я могу здесь кого-то ускорить? Придется потратить. Придется. Так, что там, древесину? Пускай летит собирать древесину. А наш... Веснечёс пойдет... Обучаться, ребята. И это будет первый дракон у нас, который получит 100-й уровень. Первый, но далеко не последний. Это я тебе точно говорю. Ну что, друзья мои, нас интересуют события. Я уже здесь начал чуть-чуть проходить. Так, выживание. Энергия есть у меня на выживание или нету? Есть. Не то, что есть. Мы сейчас пройдем даже с тобой по ходу дела это событие. Поехали. Тут, кстати, если вот здесь пройдем, пак. Очень такой хорошенький фиолетовый пак. Не знаю, что он нам даст. А чтобы узнать, нам нужно пройти. А, ну-ка, 6 волн. Так, у нас с тобой 5 груш и 8 прилив сил. Начинаем. Так, удар сюда. Наверное, сделаем сразу вот так вот. О, можно было этого не делать. Это же самый первый уровень. Тут надо, наоборот, энергию копить для более серьезного врага, да? Ну что ты там, ну что ты? Ты смотри-ка, смог понизить броню, а? Шитик несчастный. Так, переходим с тобой на вторую волну. Самый трэш начинается где-то с 4-й волны. Там их становится уже и 3. Так, сюда. Давай, наверное, вот так бомбанем. И добивочку хотел сказать. Ну давай добивку. Так. Ну что ты, дымодышащий? Сейчас мы и тебя здесь ушоркаем. Ну, если что, будем хиляться.
Если будет мало здоровья, вот я смотрю, у Барсика вроде как уже немножко потрепано оно. Еще терпимо, но потрепанное. И они, как всегда, начинают именно Барсика мне разрушать. Давай, наверное, так сделаем. Хил никогда лишним не будет, согласись. Так, добьем. Отлично. И опять дымодышащий. Так, сейчас он в кого-то плевок сделает. Угу. Да ладно, еще и не добили. Ну вот четвертый. Ох, ёк-макарёк, ребята, вот этого тогда. Этого в первую очередь. Блин. Это очень плохо. Это очень плохо. Это пока он, ребят, такой слабенький. Вжарил так слабенько. Потом-то он будет бомбить, будь здоров. Ты глянь, что вытворяет, а? Ты глянь, что вытворяет. Тут еще и пониженная атака. Тебе не кажется, что он слишком мощно бомбит? Для своего уровня. Я не знаю, правда, какой у него там уровень. Че так? Люто-то кромсаете меня, эй. Дорогуши. Трындец, это какая-то пятая волна. Да. Я боюсь, мы не успеем здесь ничего сделать. Смотри, что творит. И... Ать. Спасательный жилетик. Блин, вот мы уже с тобой и начали тратить наши груши. Этого вырубаем, естественно. Так, сюда бомбим. И пока у него пониженная броня, сразу его пытаемся раскурочить. Раз. Полыхнет? Полыхнет. Так, здоровье себе восстановим. Ну, Барсика, понятное дело, он кусает, потому что на нем пониженная броня. Это неудивительно. Сделаю понижение брони. И сейчас, наверное, мы его ушатаем. Ты глянь, что творит, а? Ты глянь, что творит. Кто ходит? Не надо Барсика только трогать. Фух. Барсик пока живет. Ну вот надолго ли хватит нам? Сейчас этот опять начнет, да? Ага, он просто укусил. Вот сейчас будет пламя. Скорее всего, Барсику кранты, да? Я удивляюсь, что он не применяет свою ульту. Я, кажется, понимаю, что он хочет сделать. Этому уже не судьба воспользоваться. А вот этот... Да. Этот использовал гипноз. Ну, давайте, ребята, бомбите. Ну. Отлично, хотя бы так сделал. Понизил броню. Сейчас я его... Ой-ой-ой-ой, сейчас... Промахнулся? Ты серьезно? Ребята, ну если он промахнулся, тогда все, тогда тут чистая победа у нас получается. Запускаем колесо удачи, и выпадает нам древесина. Угу. Но меня интересует вот этот пак. Он сразу открывается или на почту летит? Ага, он полетел на почту. Так, ребят, еще забираем 150 рун. Ай, шикарно-то как. И последний поединочек у нас. Последний. Так, смотрим, кто там и что там. Так, опять шепот смерти и костолом. Тут, понятное дело, начинаем с шепота смерти. Так, раз. Два. Доверие. Ну, первый уровень, понятно, здесь особого сопротивления такого не будет, поэтому на тебе. Так, добивай. А вторая волна. Два костолома. Начнем с красного. Потому что со стража
Ну, нет смысла, ребят, начинать со стража, потому что мы его будем долго здесь колупать. А красного уже вынесли. Так что остается этот костолом. Погнали. Раз, два. Понижаем броню. Зеленым однозначно нужно понижать броню, потому что они и так стражи, и у них очень много здоровья. И мы их будем очень долго бомбить, если у них не будет никакого дебафа. Так, третья волна и опять же эти хламоны. Окей. Опять же эти костоломы. Минус один. Так, ну что ты там прыгаешь, тявкаешь. Поехали. Раз, два. Сделаем вот так. Так. Угу. Добьешь, Барсик? Будь добр. Нет, не добьет. Если бы кританул бы, мог бы, конечно, вырубить. Так, четвертая волна. Три. Три, ребята, костолома. Ё-моё. Это плохо. Я не... По-моему, у этого пламя. А вот эти, я не знаю, разбегаются они или нет. Так, промахнулся. Попал, но это не страшно. Давай, наверное, сюда ударим. Отлично. Так, укус. И два костолома. Сейчас посмотрим, что они делают. Пламенем все-таки жарят или разбег у них? По-моему, пламенем. Нет, разбег. Но он промахнулся. Он промахнулся на разбеге. В последнее время нашим дракончикам просто фартит. Ребят, что не говори, но им фартит. Уже очень много промахиваются вражеские драконы по нам. Я уже просто это замечать стал в последнее время. На тебе. Так. Со здоровьем пока нормуль. Ну, хильнуть, наверное, можно, да, все равно чуть-чуть. Давай хильнемся. Так, это предпоследняя волна. Броню сразу вырубаем. Укус. Так, ну что, это не жилец. Красный потенциальный трупешник у нас. Ага, вот так вот, значит, сделали, да? Так, один удар сюда. Дальше делаем вот так. И укус. А в чем разница? Вот он большой, а вот этот маленький. Мне кажется, никакой разницы нету. То есть дамага у этого не будет меньше, чем у большого, да? Так, подожди, мне надо было вот так, наверное, сделать. Барсику не дадим погибнуть. Потому что у нас еще целая волна будет впереди. Так, сюда ударим. Так, а ты... Блин. Ладно, хорошо, сделаем вот так вот. Здесь добьем. С пониженной броней нам будет легче его уничтожить. Давай, фиксим. Хорошо, потратим. Потратим грушу одну, да? Что ты там кряхтишь? Кряхтит он там мне. Все. Кривоклык, будь добр, добей его. Ну что, вот и последняя волна. Поехали. Вот этого, кстати, можно было бы даже, наверное, взять, знаешь, куда? В оборот. Давай-ка я, наверное, так и сделаю. Пускай он нам помогает чуть-чуть. Самую-самую малость. Так. Допустим. Погнали. Здесь, наверное, понижение брони сделаем. Так, сделай, пожалуйста, разбег или что-нибудь такое. Ладно, тоже годится. А вот этот сейчас будет разбег делать, нет? Значит, вот этот. Барсика, скорее всего, сейчас накроет. Твою налево. Блин. Надеюсь, выживем мы, ребят. Так, этому мы хильнемся, что? Слушай, я знаю, что мы сделаем.
Он с повышенной атакой, да? Он с повышенной атакой. Делаем слепоту на него. Пускай он бомбит этого ханурика. Так, ну а мы с тобой будем все равно вот его колбасить пока потихонечку. Пока есть такая возможность. Оставим ему немножечко здоровья, да, чтобы его проще было добить. Окей. Так, я его убью. А мне не нужно его убивать. Поехали. Сейчас опять будет разбег. 4 энергии. Так, оглушил мне кривоклыка. Слушай, ему все, по-моему, крантарики. Угу. Ах, ты почему ты не кританул, а? Все, ребята, мы прошли с вами это событие. А событие называлось «Выживание». Ну что, крутанем очередное наше колесо удачи. И выпадает нам рыба. 125 миллионов. Все. Забираем ареновский пак, который содержит кого там? Героических? Героических. Ну, давай посмотрим. Шторморез, древоруб, шипорез, парящий прихвостень, водорез, экзотический дымодышащий, сарделька. О, кривоклык, барс и вепрь. И тройной удар чемпион. Вот так вот. И не забываем, что у нас еще вот здесь пак. Сокровище плеваки. Так, рыба, рыба, рыба. Янтарь и янтарь. Если честно, я рассчитывал на что-то более такое шикарное. А там, видишь, просто ресурсы. Так, ладно, здесь мы посмотрели. Давай еще тогда рекламные быстренько глянем. Заберем там награду. Так, монетки Одина, понятно, 6 штук. И здесь шторморез, шепот смерти, крылатый ужас. И ресурсы. Допустим. Так, что у нас есть еще событие, но оно очень-очень длинное. Так, это угроза, злобные вандалы. Энергия у меня всего лишь одна. То есть я немножко поиграл сегодня, вот столько прошел. Специально, чтобы, как говорится, дойти до самого вкусного и интересного. Но, видишь, долго очень энергия здесь копится. Ладно, потратим одну энергию, так уж и быть. Вперед. Поехали. Так, ну здесь, по-моему, одна волна. Или две? А, тут две волны. Ну давай раскурочим этого душителя. А завтра тогда уже, наверное, пройдем полностью. А, нет, не пройдем. Оно все равно длинное, ребят. Еще два раза придется к нему возвращаться. Ну что, ребята, вот такую вот пакость сделала игру. Игра, точнее, она просто взяла и вылетела. Она вылетела и, я так понимаю, да, она забрала эту энергию. Битву мне эту не засчитали, получается, да? Ладно, тогда пойдем с тобой в следующий раз проходить. Так, что у нас тут? Гнездо. Я предлагаю тогда, знаешь, куда сходить? На арену. У нас, по-моему... Да, один всего лишь пак остался. Давай-ка, наверное, быстренько с тобой набьем. На ареночке, да? Два пака и плюс еще пак вождя с тобой заработаем. Ну и можно будет, в принципе, закругляться. Хотел как лучше, но главное, чтобы мы прошли сегодня выживание. Это тоже очень хорошо. Так, давай сюда, наверное, начнем. А с шипохвоста? Угу. Да что ж ты не кританул-то, а? Ну мог же ведь вырубить его. Сейчас фаербол полетит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Офигеть, неужели уничтожит? Это повезло нам просто. Это нам просто повезло. Он бы мог его уничтожить, но он последним ударом промахнулся. Так. Он все равно у нас замедленный. Ну, вам тут крышка.
вам тут уже ничего не поможет. Особенно тебе, Барсик. Поехали. Раз, два. Понижаем ему броню. Ну и добиваем. Что он тут сделал? Да ничего не делает. Вот так вот. Так, а здесь у нас кривоклык. Угу. Опять же шипорез. И ветрокрыл. Так, наверное, давай так сделаем. Опять музыка куда-то исчезла. Так, пробьем, пробьем. Отлично. Так, ну что, теперь нужно, наверное, заниматься ветрокрылом. Хотя, знаешь, что я сделаю? Я сейчас ничего не буду тратить. Из принципа. Я вот сделаю вот так. А, у меня энергии не хватает. У меня не хватает энергии, друзья. Он сейчас заморозку сделает. Ладно, тогда мы тогда вот перестрахуемся лишний раз. Он сейчас заморозит нас всех. Этот ветрокрыл. Может, промахнется по кому-нибудь, а? Нет, по всем попал. Такс. Укус. Блин, уничтожит либо-либо. Промахнулся. Да ну нафиг. Ты посмотри, что делает. Ты посмотри, что он делает, а. Все, походу. Карантарики нам, ребят. Ну, конечно, вот так вот можно еще побороться чуть-чуть. Но нам здесь все равно не выжить. Так, сейчас будет опять свою, да, фигню эту делать. Смотри-ка, не стал делать. Тогда мы с тобой вот так вот сделаем. Ты смотрите, специально вот выжидает, да, время, чтобы энергия тут закончилась. Че ж ты не делаешь, что супердар-то, а? Вот сейчас, наверное, сделаем, да? Понятно. Все сделано специально было, ребят. Да. Ну, ничья. К сожалению, ничья. Ну, зато не проиграли. Так, у нас очередной поединок. Хофер, Громорог и Кривоклык. Ну, окей, 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 хорош. Буянит он мне здесь. Так, Громоль, ой, Громоль, Громорог, успокойся. Он промахнулся. Ха. Так и надо тебе. Опять Барсик получает, ну-ка. Минус Хофер. Так, я, наверное, пойду Кривоклыка все-таки бомбить. С этим разберемся позже. Так, Барсик еще звезданет. Барсик звезданет. Раз, два. Этот будет бафать или нет? Ему невыгодно сейчас делать баф. Невыгодно. Минус. Хиляемся. Атакуем. Переживем с тобой эту атаку и замочим его. Поехали. Плюс еще хильнемся. Все. Ну что, друзья мои, как видите, у нас выпал редкий еще один пак и обычный плюс пак вождя. Древоруб, громобой, крылатый ужас, лаварык, костолом. Так, кнут и пруд. Все. У нас, кстати, очень много древесины. А, древесины много, а эти-то забиты, по-моему, да? В академке нету места или есть? В академке есть места. Так, что, давай тогда кого-нибудь отправим на прокачку. Буйволорд, по-моему, хотел у нас, да, прокачаться. Так, подожди, а где он? А, блин, подожди секунду. А модификрылка? 83 уровень. Так, что-то я потерялся. Это весночес. Так, 83, 82, 88. Шипотень. А, тебе еще и кормить надо. Ну-ка. Блин, еще нужно кормить.
То есть не готов. Буйволорд. Где он? Я забыл, где он у нас сидит. По-моему, вот здесь вот. Да, вот он хочет как раз обучиться. Так, возвращаем тебя. Лети. На 88 уровень будешь прокачиваться у нас. Так, есть еще тут желающие? Так, Древоруб, а ты что сидишь? 89 уровень, да? Так, забито. Полетел. Ну что, наверное, на этом и будем закругляться, друзья. Больше нам пока делать нечего. Так что всем пока и до новых скорых видосиков.